Очередной наезд на пешехода. Под колеса иномарки попала 50-летняя женщина. Это случилось на перекрестке Мироискателей. Женщина переходила проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Водитель Хундая дорогу ей не уступил. Виновник аварии оказал пострадавшей помощь и сам отвез ее в больницу. Женщина сейчас находится в стационаре. У нее многочисленные переломы и ушибы.